4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль выиграли дагестанские ушу-сандаисты на всероссийском турнире среди детей до 12 лет. Соревнования прошли во Владимире. Вернувшись домой, триумфаторы из спортклуба «Стелс» сразу же приступили к тренировкам, одну из которых посетили наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. На шее висят медали, а в душе их переполняет чувство гордости. Юных чемпионов ставят в пример своим одноклубникам. Победа на всероссийском турнире теперь вдохновит и всех остальных, уверена тренер Саида Мусалова. Чемпионка Европы уже 4 года занимается тренерской работой. Это впервые, да, для нас это впервые. Мы с радостью, в принципе, туда поехали. Почему? Потому что такие соревнования, да, для таких маленьких детей – это редкость. Поэтому мы все свои силы в руки взяли, в кулак, так можно сказать, и просто рванули туда с целью выиграть, конечно же. Все прошло, в принципе, на хорошем уровне. Я ими довольна. На соревнования во Владимир съехались около 200 спортсменов из 16 регионов страны. Юные ушу-сандаисты из клуба «Стелс» завоевали там 8 наград. Для Магомеда Султанова эта победа пока самое важное достижение в спорте. Ученик 7 класса лицея номер 22 был вне конкуренции в весовой категории до 39 килограммов. Он тренируется с ранних лет и мечтает о самых больших титулах. Провел я 3 боя, проходили. Пытался как можно эффективнее и техничнее провести бой. Я занимаюсь 4 года ушу-санда. Этот спорт мне нравится тем, что, во-первых, в нем есть техника, все виды. Руки, ноги, борьба. Ну, хотелось бы, конечно, стать чемпионом, король кунг-фу, ну или мир по санда выиграть. Ушу-санда, рукопашный бой и другие виды единоборств. Спортсмены без проблем адаптируются к любым правилам и стараются стабильно выступать на турнирах. Хороший соревновательный опыт позволяет им уверенно чувствовать себя в бою. Я много ездила по соревнованиям, и я забыл, что такое страх. То есть волнения тоже не было? Нет. Дрался как мог. Сколько у тебя дома медалей? 10 вроде, или 11. Бьемся как команда, живем как семья. Эти слова можно смело отнести к юным спортсменам этого клуба. В зале царит дружеская атмосфера, тренировки и соревнования активно посещают родители. Конечно, очень волнительно, но сын хочет, чтобы была рядом все-таки. И поэтому мы ездим, или я, или муж обязательно должны быть. Моему ребенку 9,5 лет, занимаемся мы здесь почти 5 лет. Вот. Как мы решили отдать, сначала ходили на гимнастику. Ну, муж, конечно, в основном. Мы искали какую-нибудь секцию, когда нам сказали, девушка, мы немножко сначала как-то это, но мы не жалеем, что мы пришли сюда, результаты вообще отличные. Почивать на лаврах победители всероссийского турнира не намерены. Впереди у ребят межклубные соревнования, которые пройдут в ближайшие выходные. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал МНТ, Махачкала.